Здравствуйте, друзья. Все, пришло время девочек взвесить. Винюшу мы уже взвешивали в клинике. Она у нас будет проверяющим звеном наших весов. Посмотрим, насколько точно они показывают вес. Потому что Винюша была 44-200 или 44-500. Там я найду, посмотрю, сколько точно. И вот проверим, насколько точны наши напольные весы обыкновенные. Вот, после взвешивания мы им дадим таблетки против внутренних паразитов. Это делаем 2 раза в год стабильно, весной и осенью. Вот, так что сейчас узнаем. Еще измерим Луняше хвост. Посмотрим вообще, изменился он с возрастом или нет. Стал ли длиннее этот обезьяний вообще. Обезьянья рука. Она так смешно им пользуется. Держится за эти, за ветки, за деревья. Не только лапами, но и хвостом. Все, приятного просмотра. Девочки гуляют. Сейчас будем их отлавливать на взвешивание. Все, комплект для экзекуции готов. Весы 1 штука. Записи ведем. Глистогоночка и угощение после всего пройденного. Пармиджано белорусский. Пойдем сейчас за девочками. Сегодня последний теплый день. Вон гуляют. Еще нам лестницу разобрали. Завтра только соберут. Надеюсь, они сейчас догадаются быстренько, как сюда заходить. Вовочку взвешиваем. Вот он один. Все из карманов убрал лишнее. 91,05. Запишем. Как ты увеличился в размерах? Я не помню, сколько был. Пускаем кракенов на свободу. Тру-тру-тру-тру. А лестницы нет. О, они даже внимания не обратили. Какие? Ничего им не интересно. Теперь надо будет заманить их как-то на постамент и взвесить. Ой, ой, красота. Красота. Взвешиваться пойдем. Пойдем? О, пойдем. Давай, пока это, все в духе. Собаку хватай. Ну или кошку. Кого-нибудь хватай. Нет. Давай, давай. 127. 128. Ой, это лишь бы погонять вообще кошку бедную. Ловко. Молодец. Красотуся. Пришла такая. Так, записываем, что уловили. Ее, конечно, неподвижно не оставить. Кто у нас была? Луша, груша. 128. Ну, все это примерно с погрешностью там. 1,5 килограмма. Все. Венза. Это хвостом виляет. А боже, ну опять мы венчику нам взял, венчику. Буся, а как взвешивать-то с тобой вообще на этом? Так, ногу правую назад немножко, да, вот так. 136. Все, можете ставить собаку. А это хвостиком виляет, говорит, классно, хозяин, еще можно. Пойдем тебя запишем. Не упади, лестницы нет. Вперед смотри головой. 136 кг. Сейчас будем производить вычитания всякие. Математик Ротвейлерович Вензович. Что, не досчитала? Пиши. Че он? Так, говорят, худовато собака. Сыру больше давайте. И колбасы. Все, печать доктора. Что это такое? Так, по итогу получилось. Венза у нас 44,95, почти 45 килограмм. А Луша 36,95, почти 37. В итоге Луша где-то на 2 килограмма поправилась, потому что в прошлом году 35 было. Или весной 35. Короче, 35 была она. Вот. Так что это? Ну, не сильно. Я думала на килограмм 40 уже. Она, оказывается, 37. Держит форму. И убежала от нас, зовет нас гулять, видите? Говорит, пойдемте в лес. Придется идти погулять, потом уже с таблетками разрешится. Буся, ну ты что нас не ждешь? Ну, подожди. Ой, не ждет. Все, вышли поиграть. О! Ой, не то хотела.
Сложно одной рукой играть и снимать. Но не красоту сели. Усишки намывает свои. Буся, в идеальной физической форме держуся. 7 килограмм. 36 500. Да, ты молодец. Да, конечно, вон. Каждый день бегаю, прыгаю, скачу. По деревьям когти точу. Питаюсь исключительно экологической говядиной, козлятиной, цыплятиной, крысятиной. Вот он, залог прекрасной формы и блестящей шерсти. Крадется, крадется потихонечку за нами. Пойдемте, пойдемте. Кушаться. Ой, заметили. А я просто иду. И ничего такого-то я не замышляю. Ой. Голодная. Злюка. Злюка. Здесь что ли? Нет, не лежи здесь. Бубка. Пойдемте на террасу. Пойдемте. Надо вам еще таблеточки всучить. Интересно, что на собаку до 50 килограмм две таблетки, а на кошку, говорю, дайте мне на кошку до 50 килограмм. Вот, они говорят, нет, у нас только на кошек до 12 килограмм. И кошке вот придется 5 таблеток дать. Здравствуйте. Пришли на раздачу. Миссис Леопард. Такая деловая, я не могу вообще с нее. Все, начинаем. Да? На 24 три таблетки. И на 36 5. 4, наверное. Почему? А, 4. Одна на сколько? Одна? Нет, полторы таблетки на 12 килограмм. Значит, одна на 9 килограмм. Ну, это ты сложный путь идешь. 36 разделить на... На 12 это будет проще. 3. Это сколько? 3. Ну, и на полторы умножить. 4,5. Да. Ну, видишь, какой математика? 4,5. Вот видишь, 5 не дал. Ну, она это чуть больше. 5 пойдет. Сырочек. Сырочек вкусный. Да не бойся. Бойся. Всего лишь 5 таблеток. Так, там не в тебя надо сунуть. Вау. 2. Сыр. Сыр, сыр, сыр. Молодец. Да сыр это! Да сыр это, сыр! Так, сыр не уже, вот надо еще три. Не прыгай! Нет! О, вот так вот с леопардом, блин, на вообще территории в гектар. Попробую его еще. Ладно, две, три осталось. Осталось три. Все, придет когда. Подожди. Давайте свиньи закончим. О, собаки такие таблетки. Сейчас с собакой попробуем это. Янза, иди сюда. Иди. Смотри. Сидеть. Сидеть. Нет, ешь, ешь, ешь. О, что за звери? Ну так засунь здесь. Конечно, легко тебе говорить, так засунь. Давай я засуну. Да я засуну. Чушь. Подожди, еще. Сегодня какой-то день, блин, такой. Полнолуние. Нет, Венза, извини. Придется тогда тебе полруки мне засунуть. Ну вот, сама виновата. Веселое занятие. Нет, не думай даже, не думай плеваться. Да. Что за суперспособность? Сыр. Вот все. Седая борода. Все, все, все. Три, три, три. Ой, говядинка. Ой, говядинка. Ой, говядинка. Ой, обанчики, ой, обанчики. Молодец, молодец, молодец.
Да, сыр, сыр. Фу, какие, говорит, мерзкие типы. Пошла. Подожди. Честно, все, пойдем. Бардак такой. Может, я обманщик? Нет, обманщик. Ой, здравствуйте, кто пришел? Что, вы здесь кушать будете? Ну, ешь. Гуси этот. Трапеза на свежем воздухе с прекрасным видом на конюшню. Все, приятного аппетита. Все, кошку, собаку взвесили, таблетки дали, осталось только хвост измерить. Сейчас посмотрим, сколько. Пока она ест, как раз он вытянут палкой. Да не ори. 80 сантиметров. Все. 80. Вот такой хвост. Был бы уверен. Всего как бы. Ну как уверен, смотри. Венечка. Ну, не это. Дай его пару. На 40-40. Сиди. Сядь. Хвост дай. О! Ну 40. Ну 40 сантиметров. Все. Мы справились. Мне жарко. Все, всем пока-пока. Thank you.